Добрый день! В данном уроке я покажу вам, как подгрузить свою библиотеку в Архикад. Для того, чтобы подгрузить сторонние библиотечные элементы в Архикад, необходимо зайти в менеджер библиотек. Зайти в менеджер библиотек можно двумя способами. Можно через кнопку «Файл», «Библиотеки и объекты», «Менеджер библиотек». А можно перейти в объект, нажать внизу кнопочку и здесь выбрать «Открыть менеджер библиотек». В данном списке мы можем увидеть список всех библиотек, которые сейчас находятся у вас в проекте. Чтобы добавить новую библиотеку, нажимаем кнопку «Добавить» и через проводник на компьютере ищем папку с библиотекой, которую вы скачали. Допустим, я выберу эту библиотеку, нажимаю «Выбрать», и данная библиотека добавляется у меня в список, но она еще не в проекте. Архикад нам пишет, что требуется перезагрузка. Мы нажимаем кнопочку внизу «Перезагрузить и применить». Идет загрузка библиотечных элементов. После этого мы нажимаем «Ок». И видим в списке библиотеку с элементами. И, соответственно, в раскрывающемся меню будет содержимое папок вашей библиотеки. Выбираете любой элемент и можете с ним работать.